Хакасия поздравила соседний регион с юбилеем. Делегаты из нашей республики участвовали в праздновании столетия присоединения Тувы к России. Среди приглашенных – представители Верховного Совета Хакасии во главе со спикером Владимиром Штыгашевым. Зрелищные выступления в Туве продолжались 3 дня. Схватки национальной борьбы, концерты и выступления первых лиц России. В результате того, что Россия взяла под свое крыло Туву, тувинский народ смог сохранить свою самобытность, свою культуру, свой язык, веру своих предков. Председатель хакасского парламента Владимир Штыгашев также поздравил соседей с праздником и вместе с главой Тувы Шалбаном Караолом открыл памятник, пожалуй, самой популярной личности в истории современной Тувы, основателю тувинской государственности, инициатору вхождения республики в состав России Мангушу Буян-Бадыргы. Кроме праздничных мероприятий, делегаты из Хакасии провели ряд деловых переговоров. Руководитель Верховного Совета встретился с коллегами из других регионов. Это законодатели из Новосибирской области, Бурятии, Тувы и Монголии. Встреча прошла в здании парламента Республики Тува Верховного Хурала. Законодательный орган нашего Сибирского федерального округа в последнее время очень стали контактировать друг с другом. У нас со многими регионами Сибирского федерального округа законодательным органом подписаны соглашения. Мы также обратились с письмом за подписанием соглашения между Республикой Хакасия. Парламентарии обсудили общие для регионов проблемы, а также законодательные инициативы, которые в настоящее время рассматривают и принимают на сессиях. Кстати, наши кадры из Хакасии, отметил Владимир Штыгашев, сегодня успешно работают и в других субъектах России, в том числе и в Туве. Так, Комитет по аграрной политике и природопользованию Верховного Хурала возглавляет наш земляк Иван Чучев. Решаем общие вопросы Хакасии, Тувы, потому что мы два народа, мы братские народы, соседи, самым близким, связаны узами. И у нас одна и дорога – Хакасия и Тува. Владимир Штыгашев в неформальной обстановке провел переговоры и лично с председателем Верховного Хурала. Спикеры парламентов выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.